Обзор МФУ Epson Expression Home XP340. Новая модель бюджетной линейки для дома. Имеет достойный функционал и отлично справляется с задачами по учебе. XP340 выдает 10 черно-белых и 4,5 цветных страниц в минуту. Фотографии и картинки печатает без полей. Разрешение 5760x1440 dpi. Минимальный размер капли 3 пикалитра. Сканер планшетный. Разрешение 1200x2400 точек на дюйм. Верхний лоток подачи бумаги вмещает 100 листов. Максимальный формат печати А4. Рекомендуемая плотность носителей 230 граммов на квадратный метр. Устройство работает по USB, Wi-Fi и Wi-Fi Direct. Печатает со смартфонов через мобильное приложение, а также поддерживает облачную печать. Если нужно распечатать фото с карты памяти, то на передней панели для нее предусмотрен специальный слот. Благодаря цветному жидкокристаллическому дисплею размером 3,7 см можно легко настроить МФУ без компьютера. Панель управления кнопочная. Epson XP340 – компактное устройство, которое не займет много места на рабочем столе. Габариты 390 на 300 на 145 мм. Вес 4,2 кг. Используйте печатающее устройство с расходными материалами Ink System и экономьте на каждом отпечатке.